В первую очередь, конечно, я хотел бы поблагодарить своих парней за достойную игру. Но было очень тяжело сегодня. Мы очень хотели победить, очень серьезно готовились к этому. Нам противостоял очень сильный соперник, один из самых, на мой взгляд, играющих команд. Я уже несколько раз повторяю, что мне нравится играть против таких команд, у которых есть какой-то алгоритм игры. Есть очень интересные футболисты, которые имеют свой почерк. Ну, в целом считаю, что где-то нам повезло, наверное, в каких-то моментах. Нас соперник пощал, но все равно по совокупности всего матча, считаю, что мои парни заслужили победу. Это было очень тяжело в начале второго тайма, очень серьезное давление на нас оказывалось. Можно даже сказать, что какая-то такая растерянность чувствовалась, вот, наверное, в наших рядах. Но благо, что в какой-то момент удалось немножко отодвинуть игру от наших ворот. Ну, потом уже, я думаю, что тяжело уже было создавать моменты здесь, возле наших ворот, потому что все-таки немножко начали мяч отбирать повыше. Выполнить такую локальную задачу, попасть в шестерку, все мысли мы, и очень рад, что мои футболисты сегодняшней игрой тоже это подтверждают. Мы тоже очень хотели победить, игра домашнее, но иногда огромное желание атаковать, но нас подводит. Плюс ошибки, конечно, которые мы допустили в первом тайме в обороне. Естественно, соперник хорошего класса не прощает. Ну, на второй тайм вышли, забили гол, где-то оказывали давление на соперника, но тут же пропустили еще один. Поэтому где-то пока сегодня в нашей игре преобладали, что ли, эмоции, не хватило сбалансированности. То есть атака, желание забивать, радовать своих зрителей, где-то, однако, эмоции возобладали над разумом, отсюда поражение. Ну что ж, сделаем выводы и будем двигаться дальше.